В Приморье потушили лесной пожар в Партизанском районе. Возгорание произошло на территории сельского лесничества. С огнем удалось справиться силами 10 человек и 2 единиц техники. Чуть раньше был ликвидирован пожар в Дальнегорском городском округе. Здесь для борьбы с огнем привлекали сотрудников Приморской авиабазы. Сегодня же на карте Приморья числится 6 тепловых аномалий. Их разведывают. Напомним, особый противопожарный режим введен на прошлой неделе в 4 муниципалитетах Приморья. В Уссурийском городском округе, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. Лесохрана призывает всех звонить на 112 при виде огня в лесу и не кидать окурки.